Ну, во-первых, мы, конечно, приехали поддержать нашу команду, потому что это был суперкубок. Вот, честно скажу, я удовлетворен игрой команды «Союз». Виден был профессионализм. Вот. Не хочу комментировать другие команды, которые работали там. Единственное, могу сказать, что у нас каждый член команды талантлив, каждый член команды играл, пел, вот, и был равноценным членом команды. Чего нельзя сказать про другие команды, которые были представлены в Сочи. Это, наверное, очень важно. Это уже говорит о том, что команда играет на достаточно высоком уровне, поэтому считаю, что победа совершенно заслужена, не высосана из пальца, и мне кажется, что разрыв в баллах должен быть гораздо больше. Но это мое субъективное мнение, вот как тюменцы. Судьи все решили, в общем-то, расставили все акценты. О чем проговорили с Александром Масляковым? Значит, они сегодня создают несколько региональных площадок, где как раз будут играть молодые команды. Вот. И затем уже эти команды будут проходить некий отбор и выходить на более высокий уровень как раз в игре в КВН. И мы сегодня хотим претендовать на то, чтобы одна из таких площадок как раз была в городе Тюмени. Это позволит нам, в общем-то, видеть сегодня молодые таланты, причем не только из области, но и из ее пределов. Вот. Смотреть, значит, в результате всего этого, как вообще развивается это движение, потому что оно достаточно интересно. И самое главное, конечно, что меня волновало как губернатора, формирование такой площадки позволит тем ребятам, которые сегодня хотят играть в КВН, проживающих на территории Тюменской области, появится возможность вот такого более быстрого, скажем так, прогресса в этой игре. Вот это было, наверное, основным в наших переговорах с Александром Масляковым. Поддержка есть. Огромное спасибо ему за то, что он достаточно неплохо относится к городу Тюмени. Вот, и, в принципе, ну, в общем-то, процентов на 70 мы договорились.